Компания Коэстреллос представляет. Карейна Торрес и Николаса Монтеро в фильме «Мечты и зеркала». Неужели это новая мода? Если бы моя Сара была жива, она бы сказала, что дьявол создал это, чтобы подстрекать мужчин к совершению греха. Неужели стоит брать интервью у тренера футбольной команды, которая выиграла обычный чемпионат? Просто люди интересуются футболом. Еще что. А, это фотографии короля Испании в обнаженном виде. Их не нужно печатать. Во-первых, это уже не новость, а во-вторых, это проявление неуважения. Переворот. Партизаны захватили власть. Когда это было, что партизаны брали под свой контроль город в этой стране? Такого не было, Педро. Немцы взяли Париж. Это вооруженное нападение, а не захват власти. Что подумает европеец, когда услышит, что партизаны захватили власть в городах Колумбии? Соедини меня с Марселло, Измаил. Отдыхайте, дядя Педро. Соединил Педро. Привет, отец. Хорошо. Материал о предполагаемой связи группы Кроны с теми, кто отмывает деньги, не пойдет. У нас нет улик. Продолжать расследование? Мы не сможем ничего опубликовать, пока не выдвинуты обвинения. У нас хватает информации, может получить показания кого-нибудь из сотрудников. Попробуйте. Пока, Марселло. Армандо, подожди. Можешь подвезти меня домой? А что с твоей машиной? В мастерской вчера я попал в рытвину размером с кратер. Ты шутишь? Я не прошу их засыпать рытвины, но почему нельзя поставить около них знак? Ну, хорошо. Вам можно? Да. При одном условии. Ты будешь молчать. Почему? Потому что я люблю музыку. Да и говорить нам не о чем. Если бы не было музыки, мы бы погибли. Музыка, она лечит душу. Вы уходите? Хотите, чтобы я пошла с вами? Не надо. Лучше иди спать. Тебе это полезно. Thank you.
Ведь столько всего происходит каждый день, что, мне кажется, люди привыкают ко всему. Кажется, что нас ничто не может удивить или потрясти. Что же делать? К такому нельзя привыкнуть. Зять семейства Крон тоже покинул страну? Я знаю. Тогда ты знаешь, кто последует за ним? Родриго Крон. По мне, этот Родриго Крон может отправляться прямиком в ад. У него был роман с твоей матерью. Марселло и его репортеры проделали большую работу в отношении директоров строительных компаний и кирпичного завода. Они не нашли неопровержимых доказательств, но заставили их спасаться бегством. Они разорятся. У нее был роман с Родриго Кроном. Ты можешь этому поверить? И все эти годы она скрывала эту связь. Они разорятся и без помощи журнала. Но не сейчас. В таком случае мы располагаем только слухами, Вирджиния. Хотя существует значительная финансовая зависимость от Пентагона, и мы не раз говорили о такого рода зависимости, Эстебан. Да. Пришло время подумать о них. К тому же связь с Пентагоном и с компанией Родриго. Вы слышали? Слышали, как она фамильярно сказала «Родриго»? Это всего лишь подозрение. Хватит, перестань ребячиться. Между мной и Родриго существовали лишь дружеские отношения. Старый Педро, чтобы разозлить твоего отца, устроил так, чтобы Родриго... Господин Крон и я вступили в связь, и этот человек стал его добычей. Посмотрите на нее. Ее глаза блестят, когда она говорит об этом подлеце, о Родриго Кроне. Ты ведешь себя как ребенок, Акин. Я знаю, о чем ты думаешь. Скажи, о чем же я думаю? О том, что ты сделала ошибку, выйдя замуж не за него, а за меня. За 40 лет ты так и не изучил старого Педро. Если бы ты не обращал на него внимания, он перестал бы докучать тебе. Так нет же, тебе доставляет удовольствие, когда он вмешивается в твою жизнь. Куда ты идешь? В клуб. Так что можешь спокойно помечтать о своем Родриго Кроне. Старый идиот. Что ж, я иду спать. Я чертовски устал. Хороших снов, Эстебан, и тебе, Эдуардо. Спокойной ночи, Вирджиния. Идем. Эдуардо! Что? Идите через заднюю дверь. Я закрыла парадную дверь, чтобы этот старый Акин не смог войти. Спокойной ночи. До завтра, Вирджиния. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Твоя мать ненавидит меня. Ты преувеличиваешь. Как только у них будут улики против Крона, они уничтожат его. Ты их знаешь. Габриэла хотела бы видеть тебя замужем за Антонио. Почему? Он единственный сын владельца газеты? У нас могли бы быть проблемы юридического характера, и даже старый Педро согласился с тем, что информацию не следует публиковать. Ни он, ни Марселло не знают доподлинно, существует ли связь между Кроном и Пентагоном. Прости. Все в порядке, не волнуйся. Нет, не в порядке. И я беспокоюсь. Что случилось на этот раз? Мы получили плохую оценку за поведение? Или произошло чудо, и мы стали самой развитой страной на континенте? Прости, я опоздал, потому что... Нет, ничего не говори. Между президентом и его супругой произошел разрыв, потому что у него нет на нее времени. А на улицах женщина митингует в ее поддержку. Ты опоздал из-за пробки. Я скучаю по детям. Я вижу их только спящими. Thank you.
Поздравляю с годовщиной свадьбы. Спасибо. Но мне бы хотелось, чтобы ты вручил мне подарок в ресторане, где ты изнывал бы от скуки, а я бы пила шампанское. Твой подарок на подушке. Спасибо. Ты выглядишь усталым. Я измотан. Часы. Не благодари меня. Ведь ты оплачиваешь мои счета. Какие красивые. Спасибо. Что произошло? Я собираю информацию о компаниях, отмывающих деньги, но отец не разрешает ее печатать. Почему? Он считает, что это только подозрение. А это не так? Слишком много совпадений, но отец считает, что мы не должны ничего предпринимать, пока не будет официального обвинения. Тебе нравится? Ты с ума сошел. Конечно. Я целый год работаю только для того, чтобы каждый раз покупать тебе такие драгоценности. Перемены к худшему. Во всяком случае, в прошлом году ты был в состоянии одеть пижаму. Ты права. Наше состояние не улучшается. Спасибо за колье. Я люблю тебя. Пожалуйста, поставь будильник на 6. Я завтракаю с отцом. Я тебя тоже люблю. Иностранному журналу, использующему обнаженных натушниц, нужны еще две женщины из Колумбии. Убийство семьи на 20-й странице. Если мы будем все сообщения об убийствах помещать на первой странице, то газета будет состоять только из одной страницы. Где ты был вчера вечером? Кое-где. Адриана звонила тебе. Доброе утро, Якоба. Доброе утро, Исмаил. Я бы хотел, чтобы сегодня ты позавтракал со мной, а не с сотрудниками журнала. Мануэль держит меня в курсе событий. Хорошо. У этого парня есть чувство собственного достоинства. Министра иностранных дел? Да, он мне нравится. Особенно после того, как он поставил на место торговца наркотиками из Северной Америки, который был здесь 2,5 месяца назад. Тогда он был на обложке. Он заслуживал этого за свои действия в отношении торговца. 2 страницы на мыльную оперу? Немного? Народ требует хлеба и зрелища. Помните Древний Рим? А, да. В таком случае недолго нам ждать момента, когда какой-нибудь телевизионный гений поставит перед камерами эту девушку на съедение львам с целью увеличить число телезрителей. Как ты думаешь, Исмаил? Есть люди с богатым воображением. Сколько у нас страниц рекламы? Не знаю, может, 60? Следует знать. Семья живет за счет страниц, отдаваемых под рекламы. Скоро придут Эстебан и Мануэль. У президента уже появляются седые волосы. Да, я заметил. Я хочу, чтобы ты женился на Адриане, прежде чем я умру. Перестань болтаться и поспеши. У тебя мало времени. Я не был верен Саре. Но нам лучше выяснить, на что способен Якоба. Я правильно говорю, Исмаил? Правильно, Педро. Сделай это. Хорошо, Педро. Ты можешь представить, как он ужасно выглядел, когда пришел ко мне? Он сидел в гостиной около часа, глядя на потолок, ничего не говорил. А что с ним было? Я спросила его, но он не ответил.
Тогда я сварила кофе и пошла переодеваться, потому что я все еще была в пижаме. И он видел тебя в пижаме? Он даже не взглянул на меня. Я вернулась в гостиную, и мы молча сидели там. Ну что я еще могла сделать? Ничего. Якобы более странный, чем кажется. Потом мы пошли гулять по парку, и там он сказал мне, что днем видел труп ребенка. Кажется, он человек впечатлительный. Доброе утро, Ингрид. Доброе утро, Ингрид. Моя сестра очень благодарна вам за цветы. Вы очень внимательны. Даст Бог, сестра Сандры поправится. А в парке произошло то, что меня озадачило. Что? Он взял мою руку. Он взял твою руку. Марианна, я еще раз предупреждаю тебя, будь осторожна. Якоба, что-то от тебя нужно. Он может быть таким странным и чувствительным, каким ты хочешь его видеть, но мужчина есть мужчина. Нет, думаю, Якоба, ничего от меня не нужно. Он приглашает тебя на завтрак, он приглашает тебя в воскресенье на стадион. Вечером он приходит к тебе домой. Он дает тебе номер своего телефона, чтобы ты звонила в случае необходимости. Он держит твою руку, не будь легковерной. Я не знаю, что ему нужно от меня, но он не похож на других. Я не знаю, как тебе объяснить, потому что сама этого не понимаю, но это не то, что ты думаешь. Кроме того, он собирается жениться на Доне и Адриане. Помолвка, женитьба. Мужчина не остановится ни перед чем, чтобы одержать победу. Но как только победа одержана, он вспоминает, что у них есть другие причины – невеста, жена или даже дети. Вчера я видела, как он целовал Дону Адриану. Это расстроило тебя? Тебе тяжело видеть их? Нет, вовсе нет. Я просто говорю тебе это, чтобы доказать, что он любит ее, и что он не пытается чего-то добиться от меня, Марианна. Марианна, признайся, ты готова влюбиться в Дона Якоба? Нет. Нет. Да. Ты веришь слухам, Марсело? Зять Родриго и семья покинули страну? Крона не найти. Из четырех подозреваемых директоров трое отказываются делать какие-либо заявления. Слишком много совпадений, чтобы за ними не скрывалось серьезного преступления. Возможно, но у нас нет неопровержимых доказательств, Марсело. Мы не можем рисковать. Это опасно с точки зрения закона, и престиж журнала пострадает. Раньше мы размещали на видном месте статьи о менее значительных вещах. Разница в том, что затронуты наши финансовые интересы. Тебе следует подбирать слова. А тебе, Мануэль, как раз не нужно быть осторожным в подборе слов. Я придерживаюсь того же мнения, что и Эстебан. Доверие к журналу, вот на это нужно делать ставку. Мы представители средств массовой информации, слишком торопимся раскрывать такого рода вещи. Мы помещаем их под крупными заголовками, поэтому внутренние развороты пестрят опровержениями. В этом деле замешаны влиятельные люди и корпорации страны. Если Марсело окажется неправ, то у журнала будут серьезные проблемы. Он прав. Что скажешь, Марсело? Ты можешь предоставить еще какие-нибудь улики следствию? Нет. Пока. Продолжай раскапывать их, и когда ты сможешь представить что-нибудь более существенное, чем совпадение, мы посоветуемся с юристами и решим вопрос о публикации. В этой стране коррупция переходит все дозволенные границы. И не только в этой стране, Педро. Во всем мире. Да, ты прав. Но мы уже согласились с Якобо, что не будем оправдывать себя на том основании, что кто-то еще совершает такие же промахи. Ведь так, сынок?
Все начинается от сенатора республики и кончается посыльным. Все хотят получить свою долю. Как это может быть? Успеть съесть торт, пока его не съели другие. Мануэль. Да? Я приглашаю в субботу на обед тебя с женой и дочерью. По воскресеньям я никого не принимаю. Ты тоже приходи, Якобо. Кто она? Кто? Та, с кем ты бесцельно бродишь по ночам. Не думай, что я настолько наивен. Исмаил! Узнай, что происходит с Якобом! Слушаюсь, Педро. Я не вытянул из него ни слова, Педро. Ведь у него неприятности, Исмаил. Неприятности. Верно, Педро. Реквием Моцарта для отца. Он посвящен мне? Похоже. Моцарт и его отец. Кафка и его отец. Якобо и я. Так что? Он не сказал мне ни слова, Педро. У него неприятности, Исмаил. Верно, Педро. По каким-то причинам Эстебан не хочет, чтобы журнал занимался делом Крона. Я согласен с этим. Но почему? Не знаю. Ты хочешь жениться на Адриане? Может быть... Вирджиния лучше осведомлена о доводах Эстебана. Я сделаю это. От тебя пахнет ликером. А что с твоей машиной? Она у Лиссандро. Я общаюсь за панибрата с сотрудниками журнала. Ты хочешь жениться на Адриане? Это не важно. Доброе утро. Доброе утро, дон Якобо. Вам лучше? Я не мог заснуть, потому что думал об Ингрид. Она причина моей бессонницы. Только она. Покажи Сандре желтое платье, она тотчас купит его. Это любимый цвет ее рассказов. Марианна, купи голубое платье. Этот цвет очень идет тебе? Нет, я не могу. Я коплю деньги на холодильник. А в чем дело? Мой холодильник сломался, и теперь я не могу купить продукты про запас. Как твоя сестра? Ей лучше, спасибо. Спасибо, что спросили. Еще раз спасибо за цветы, дон Якобо. Я рад, что ей лучше. Марианна. Марианна. Я не смогу пойти на стадион.
Но я дам билеты тебе. Пригласи Сандру. Не беспокойтесь, дон Якоба. Футбол? Ты что, не любишь футбол? Обожаю. Но разве вы не видели по телевизору все эти хулиганские действия, происходящие на стадионах? И не пытайтесь уверить меня, что с нами этого не произойдет после того, что случилось с моей сестрой. Я только хочу сказать, что 95% этих событий происходит за рубежом, с фанатами цивилизованных стран. Именно с ними. Ингрид, любовь моя. До завтра. Не забывай меня. Ты была так добра к нему, а он даже не поблагодарил. Он расстроил твою встречу и даже не сказал прости. Мужчины. Да, пожалуйста, доставьте его в воскресенье. Нет, выберите сами, я не разбираюсь в холодильниках. Да. Вот адрес, и запишите на номер кредитной карточки, которую я вам дал. Спасибо. Они подтверждают, что начиная со следующего четверга, в течение 3 дней будет отключена подача воды. В большинстве европейских стран коммунальное обслуживание может быть приостановлено не более чем на 7 часов. Это свидетельствует о том, что компании работают как часовой механизм. По-видимому, снова будет ограничена подача электричества. Это уже слишком. На этот раз ограничение не такое серьезное, как в прошлый раз. Электричество будет подаваться на 2 часа в день. Даже если и на 15, что тогда? Страна послушных людей. Страна глупцов. Когда потеряно уважение к основным принципам, к жизни, тогда можно оправдать нарушение всего остального. Уважение к основам потеряно, Алехандро. Спасибо, Якоба. Я вспомню это, когда мои ведра наполнятся водой. Не прошло и 2 дней со дня взрыва бомбы в Оклахоме, они уже схватили виновных. А мы в течение последних 10 лет пытаемся кое-кого посадить в тюрьму за подобные преступления. Безнадежно. И там тот, кто замыслит взорвать кого-нибудь, подумает о 10 миллионах и тщательно все взвесит. Вы можете критиковать все, что угодно, но правда заключается в том, что иностранцы очень расторопны. Они заслуживают этого. Общество, которое сохранило память, не потерпит безнаказанности. Увидимся в кабинете, Марселло. Входи. Ставка будет напечатана в следующем номере. Адриана, выходи за меня замуж. Что? Таким образом мы избежим завтрашнего обеда. О чем это ты? Подумай о моем предложении. Держу пари, ты модель. Но... Я? Я одна из секретарш Дона Эстебана. Жаль. Помочь? Как тебя зовут? Марианна. Меня зовут Рикардо. И я лучший репортер в этом журнале. Да-да. Когда у тебя обед? Час. У меня тоже. Хочешь, я зайду, и мы вместе пойдем обедать? Да, но я должна дождаться возвращения Сандры и Ингрид. Я не знаю. Хорошо, я просто стараюсь быть учтивым, потому что знаю, как тяжело войти в новый коллектив. Но не волнуйся, если ты не можешь, то не страшно. Нет проблем. На самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы ты составила мне компанию. В следующий раз. Сегодня у меня будет только 20 минут на обед, потому что дону Эстебану нужно будут в 3 часа некоторые отчеты. Тогда в понедельник? Хорошо. Прекрасно.
Если бы не партизаны, то мы, бедняки этой страны, были бы поставлены на колени, приятель. Я даже подумывал о том, чтобы присоединиться к борьбе. Командир Исидро, вперед! Отлично! Да, но времена были другие. Вы знаете, кто отделался от партизан в этой стране? Кто? Они сами. Профессор, вы знаете, что значит, когда в деревне взрываются мосты? Гелиоэнергетические установки, канализации. Вы знаете, что это значит? Конечно, знаете. Арагон. Подумайте тогда головой. Или цвет ваших волос является признаком того, что ваша голова уже не работает? Это означает отставание, мой друг. Разве не должны они бороться за то, чтобы вытащить нас отсюда? Но кесарю кесарево. То, что политики не хотели давать нам в течение 50 лет, эти парни сейчас отбирают у них. В этой стране существуют две основные проблемы. Первая проблема заключается в том, что все деяния сопряжены с жестокостью. И вторая проблема — бедняки — лучшая карта в этой стране. Во имя нас политики дают лживые обещания, чтобы завоевать голоса. А партизаны якобы для нашего блага взрывают наши же мосты. И вы когда-нибудь слышали, чтобы я что-нибудь просил у олигархов или партизан? Слышали? Да или нет? Так в чем же дело? Я никогда их ни о чем не просил, никогда. Если они хотят что-нибудь сделать для меня, пусть спросят меня, чего я хочу. Это Марианна, она за тобой? Мы еще увидимся, Исидро. Арагон, знаешь, каков был твой отец? У него были романы со всеми сотрудницами журнала, а твоя мать плакала дома. Ты весь в отца. Ты можешь объяснить, что ты имел в виду, когда сказал, что хочешь избежать завтрашнего обеда? Мой отец устраивает встречу с твоей семьей. Я хотел предупредить тебя. Якоба, это официальное предложение? Сомневаешься? Это правда? Думаю, да. Сколько лет Эрнандо Сантосу? Не знаю. Он ваших лет. Недавно я видел его на телевизионном интервью. Он выглядит помолодевшим. Как он этого добивается? То же самое с Альваро Гомес и Лопес и Белисарио. Я прав, Измаил? Правы, Педро. Они производят все эти телодвижения, а у меня появляются морщины. Я все время сравниваю себя с людьми своего поколения и нахожу, что я хуже большинства из них. Правда, исключая мертвых. Ты груб. Годы не пощадили твое лицо, Летисия. Но всякий видит, что ты была красива. Два счета ты отбросил 40 лет верности, единства и любви. Да. И каким ты меня находишь? Дай мне закончить. Мануэль не заслуживает того, что ты сделал с ним. Ты всегда относился к своим друзьям, словно к мелким сошкам. Я считаю, что ты конченый человек, Педро. Почему ты выжидал? Ты мог бы сказать Мануэлю, что тебе никогда не приходило в голову поставить его во главе журнала. Нет, ты не мог. Тогда бы ты не испытал такого удовольствия, верно? Ты убил ее. Ты заставил ее страдать. Я была ее подругой. Она умерла, испытывая разочарование в тебе. Тебе это известно?
Ты хочешь сказать, что она обманулась во мне? Измаил, оставь нас. Как прикажете. Твой муж никогда не добьется того, о чем всегда мечтал. Он не станет во главе моего журнала. А твоя дочь сможет превратить в реальность твою неосуществленную мечту. Она выйдет замуж за Арагона. Как ты смеешь? А ведь ты все еще любишь меня, Летисия. Знаешь, почему я люблю тебя? Ты единственная, кто не боится высказывать мне свою ненависть. Это совсем не трудно. Но ты всегда скрывала от меня свою любовь. Ты упустила свой шанс. Педро Мануэль. И ты проиграла. Неужели ты думала, что Мануэль преуспеет больше, чем я? Честолюбие ослепило тебя. Так всегда происходит. Мы все умираем. А ты? Ты, Педро, гниешь. Ты гниешь, Педро. Никогда не произноси имя Сары. Никогда! До завтра. Рекламное объявление, 76 страниц. Убийство, покушение, похищение, 14 страниц. Скандалы, 12. Политика, 10. Экономика, тоже 10. Прочие статьи, 5. Вопросы культуры, 4. С культурой неважно, почти так же, как и с хорошими новостями. Алло. Алло. Sí, soy yo. Да, это я. Холодильник? Я не заказ... Дон Якобо Арагон? Пожалуйста, подождите. Каса де Педро Арагон? Резиденция Педро Арагона. Я могу помочь? Я не могу соединить с ним. Он очень занят в данный момент. У него официальная помолвка. Сеньорита? До свидания. Это была она. Кажется, да. Как ее зовут? Марианна Бернау. Рано или поздно она позвонит. Разве не так? Так, Педро. Отлично.